Че зайчонок сидишь тешь, а? Ничего не кушаешь, мой зайчик. Ну что же, я приготовила два таких тортика печеночных. Два торта. Один на работу, один нам домой. Ну, Марсиш, посмотри. Надеюсь, очень вкусные. Ну что же, еду на работу. Сейчас в парикмахерскую невозможно зайти. Столько народу, поэтому я вчера сама затонировала волос. Вот вроде бы желтизна ушла. Сделала как могла. О, как хорошо. Ага, все. Все? Все. Теперь она не сильно, да? Нет, теперь вообще свободно стало. Ну, я говорю, но... Западку там... Ты что наделал? Мой малыш. А? Ну, ты же это не будешь кушать. Зачем ты игрался с этим, а? Кожурки все разбросал. А? Какой бесстыжий. Ну, ты такой бесстыжий, маленький. Я думала, ты не будешь трогать. Зачем тебе это надо? Малёныш, это же ты не будешь кушать все равно орешки, а, малёныш? Вот все здесь разбросал, бесстыже. Такой маленький плюшевый, а? Ты плюша, да? Ты плюша. Всем добрый день, друзья. Ну что же, я еду на работу. У нас сегодня посиделки, девичник. Собираемся одни девчата. Посидим. Каждый принесет что-нибудь покушать. Выпьем немножко. Ну, я, правда, пить не буду, потому что я за рулем. Но я сейчас зайду в Ферка, в супермаркет. Возьму там тортик какой-нибудь. Ну и себе какой-нибудь напиток. Ну, а сейчас... Поехали со мной. Посмотрите, как мы отмечаем Новый год. Здесь такая елочка. Посмотрите, красивая. Ну, я решила зайти в Нурислам. Все время про него забываю. Хотя он по пути мне. Сейчас надо взять тортику. И это огурчики. Так. Сечу не сделать на завтра. Сегодня я с заднего хода. Ой. Здравствуйте! Здравствуйте! С наступающим! И вас тоже с наступающим! Новым годом! Так. Чего, заждались? Я вроде быстро собиралась. Ой, ой. Что ты там? А где Маншук? Привет. О, привет. На, держи блюдо. Всегда под Таню подстраивались какой-то. Под блюдо. Ну, я же теперь всегда опаздываю. Тебе не надо. Я же не работаю сейчас уже. Раньше меня подгоняли. Ой, не говори. Чего? Я уже поняла. Как дела? Нормально. Давай. Ой, такая же красивая. Такая же красивая. Долго еще? Торт купила и этот печеночный торт здесь у меня. Вот это? Это печеночный. Открывай. Давай я открываю. О! Купила, да. 2023 год. Ага. Ура, зайчик там нарисованный. Год зайца, да? Год кота? Да. Год кролика. Это же мой сыночек. Как же его не поздравить? Мой сыночек. И твой сыночек? Мой сыночек.
Короче, я же не пью, поэтому я купила колу. Правильно. А это вам вино взяла. Ой, 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 ой. А там эти стаканы, стаканы. Не разбила? Нет, стаканы, они чистые, просто их надо развернуть. Это? Они все вот здесь лежат. Я же когда этот все убрала же, когда в аренду отдавала. А теперь это потихоньку все возвращали. Вау, да, стаканы вау. Обычные, это Маншу, который мне дарила. Вытирать не надо? Они чистые, я все вытерла их. Молодец. Елочку а надо, гирлянду включить. А потом запакуем, да? Да, так пусть лежат здесь еще. Здесь колдуют. Вот такой у нас альтисон сегодня. Фунчоза. Красота. Ну, она же на работе. А этот где? Как его? Где что? Вилки. Вилки, вот они лежат, вилки все. Вилки, ложки надо? Ложки? Ну да. Сколько вилок вытащили? Так, раз, два, три, четыре. Ну, пять штук вытащи. Сколько? Пять. И там шкафу. Деловая такая. Чё? О, как настоящая, что ли? Ну, да. А будем теперь смотреть туда, да? На полочке. Я с работы всегда прихожу. Всегда не там могу прическу сделать. Все время рабочий вид у меня. Это ты делала, да? Я делала, да. Баклажаны там, да? Печень. Печень. Так. Ну что, вытащим салфетки сразу? Ну, раздай каждому. Каждому? По несколько штук. Ну, по несколько. Лена, где работает? Здесь рядом, да? Да, Лена. Твоя. Вот там, да. Вот положу. Да, вот здесь, да? Вот так. Да. И сюда. Вот этот раз у меня немножко жесткий получился, потому что я тесто тугое сделала. Думала, если жидкое тесто будет, оно будет брызгать. Это делала с печени, да? Это печень. Печеночная. Молодец. А каждому нету тарелок, да? А я не знаю. У вас есть тарелки, хоть? Лиза, а каждому тарелки нету? Тарелки были. Тарелок разве нету? А вот здесь. Я люблю высокую. А вы сидите на низком. А я люблю на высоком. Опаре. Есть каждому тарелки? Нет? А я уже села. Там еще что-то, мадам? Нет тарелок, да? Сейчас будет. Будет? Что она там, моет, что ли? А? Моет? Моет. Пусть моет. Все, хлеба нету, да? Ну ладно, без хлеба. Хлеба надо? А? Хлеба. Хлеба? А, у меня кашка нет. О, видишь, молодец, какая хорошо вспомнила. Это я думала, за хлебу заберу. Ау! Вот сюда можно плохо. Вот большая чашка. А вон она же. Пускай, да? А пускай там оттуда будем набирать и каждому по тарелке. Да? Или что? Ну, наверное, когда а, тебе... а что ты мне это... Что ты мне поможешь? Нормально, хорошо. Сразу все поместится. Что мне это? Дай бы эту тряпку. Наложи. Полотенце. Где? На, вытери. Посуду хотела вытереть. Ну, это тоже посуду. Вытирай посуду. Вытирай. Вытирай. На, Лизок. Ты большую тарелку. Красиво. Это мне Маншу большую, да. Так. Все, вино разливайте теперь. Мне не надо, мне колу. Вино наливайте. Нас сколько человек? Раз, два, пятеро, да?
Быстрее, а то мы кушать хотим. Скажи. Да что вы прям? Говорите. Спрошу что-нибудь? Прошу, прошу. Он еще не прошел. Ладно, я скажу. Давай, говори. Ну ладно, девочки, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы на год зайца нам принес счастье, благополучие, удачи, побольше денег. Чтоб главное здоровье, здоровье, еще раз здоровье. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! С новым счастьем! Ух! Давай, Лиза. Наша... Ура, ура, наша ура! Неизменная четверка. Я пью колу. А может, это вино. Грузинское, что ли, да? Вот это вино я привезла из Грузии. Откуда? Грузии. Поняла? Я же ездила в Грузию. Вот это... Грузия. А где ложим? А где такую пиццу заказала? Здесь? Напротив, что ли? Ну. А. Ну-ка, посмотрим-то. Вот сюда можно. Ой, кишемс. Рюмку надо убрать. Поместится она? Наверное. Поздно. Давай, садись. Желаю вам счастья, здоровья, самое главное. Не болели, чтобы... Спасибо. Слились, чтобы деньги были хорошие, много. Спасибо. Чего пожелать еще? Все? Чтобы желание у всех сбылось. Спасибо большое. Не разговаривай. С наступающим, девочки. Манчу? Я говорю, партнер наш совершенствует уже. Угу. До пенсии все выросли. До пенсии, все пенсионеры. До пенсии, да? Дожили. Дожились до пенсии, да. Да. Тоже на пенсию вышла. Слушай, на пенсию. Маленькая пенсия, минимальная. Ну, я не знаю, не спрашивала. Сколько? Пенсионерка. А пенсионерка? Сколько получила? Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть Новый год всем принесет то, что каждый для себя желает. Пусть исполнится все планы, мечты. Желаю вам здоровья всегда, чтобы здоровье было. Чтобы наша дружба, квартет, наш четверо продолжался. Вот в радости везде. Всегда мы как неизменно не получается у нас развалиться правильно, чтобы так дальше продолжали общаться. Да. Молодцы. Люда, тебе желаю тоже дома побольше внуков. Ты каждый год прям всех удивляешь. Она такая у нас сегодня. Даня, наша лягушка-путешественница. Ага. Желаю тебе тоже дальше продолжать путешествовать по всему миру. Ага. Спасибо. Лисе желаю здоровья, счастья. Желаю тебе больше еще внуков. Побольше. Больше, чем у меня. А тебе мы желаем девочку, чтобы Зарина родила. Да. Да. Спасибо. Пусть Зарина спасибо. Красавицу родит. Девочку. Давайте. Давайте. С вами уж надо. Вместе сидим. Здесь у нас фотосессия такая. Ну-ка. Давай. Машук, будешь так? Хочешь? Не хочешь? Фотографируйте меня. Давайте танцы. Теперь я Снегурочка. Елки надо около елки. А теперь танцы обживанцы. А теперь танцы. Давай включи музыку. Будем танцевать. Есть Сауле музыка? Сауле, музыка есть? Давай. Не мешай. Веселую. Веселую, конечно. Какую-нибудь. Дайте, я около елки. Красавица. Ух. Красивая девочка. Все, молодец. У нас тортик вот такой, йогуртовый.
Не видим, а она на свою фотку фотографировала, да? Сотку. Она пришлет. Она пришлет? Вот такие конфетки. Вот такой чипик. Вот не видела, что отправишь, да? Вот, вот ложечки. Да, конечно, отправлю. Так, что тебе ложку дать? На, вилочку. Вилочка или ложечка? Я люблю вилочкой. Что, лишний чай, что ли? Солнышко, это мое. Это мое. А Тани, вот солнышки. Вкусный торт. Солнечный чай. Какой бокальчик. Йогурт. И моя мышка. Димушка. Это же мышка. Это покажи зайчик. Мышку. Это же зайчик. Зайчик. Давай, пока. Меня сфотай. Будь здорова. Все. На этом буду заканчивать свой блог сегодняшний. Хорошо сегодня посидели девчата, вспомнили молодость, посмеялись, поели. Девчата выпили вина, я кока-колы. На этом буду заканчивать свой блог. Всех с наступающим Новым годом. Всем добра, всем мира и здоровья. Пока-пока.